Привет, друзья, продолжаем играть, это Rust, у нас веселая компания. Утро потихонечку. Угу. Так, отлично, еда есть. Готово, забираешь, да? Держите еду вам, вот кому надо. Eat it up, man. Eat it up, some food. Забирай. Так, пусть будет. Угу, сейчас еще приготовится. Слушай, а кровь, интересно, для чего нужна? Надо спросить. Что для чего кровь нужна? Сейчас себе из одежды. Я могу ботиночки скрафтить. Сейчас тебе скрафчу ботинки. Ботиночки, ботиночки. Они, моды, знаешь, какие дают эффекты? Там буллет, колд, то есть защищают одно. То есть, да-да-да, вот тут же пишется колд, когда статус появляется, да. Не, прикольная игра все-таки. Вот это, что, вот это вот прикольно, это круто, да, интересно, да. Действительно. Что-то новенькое, это лучше, чем... было бы эпично. Mm-hmm. Это что-то маловато русских. Это нам уникальный кадр. Так, Жень, я сейчас крафтил. Тут еще... Я готовлю сейчас. Немножко что, осталось. Я скрафтил, иди сюда, я тебе скину. Mm-hmm. Да. Опять медведь, да ёкалы мене. Ребят, вы что? Оплоумили, что ли, господи? Давай, давай, давай. Here comes the bear. Сейчас завалим. Эй, меня не бей. Блин. Да-да-да, нельзя. Надо как-то по сторонам бегать, я не знаю, что ли. Он сквозь деревья пробегает, медведь. Фак. Я кровоточу, вот это херово. Блин, надо что-то делать. Бандажи надо сделать. Он застрял. Медведь застрял. Блин, меня кто-то ударил опять. Я случайно. Тут реально глюк, понимаешь, я застопорю вместе. Да-да-да, есть. Слушай, я тебе куплю. Сейчас. Бандажи сделай себе. У тебя же есть тряпки? Домой его не надо звать. Не-не-не. Домой точно его не надо. Нам медведь не нужен дома. Давай, ты разочек, я разочек. Ты разочек, я разочек. Угу. Да блин, он убегает. Ёбаный медведь. Куда ты побежал? Ты чё? Ого-го. О, застрял. Какого хера? Ты чё тут в горы побежал, блядь? Так, все. Медведь какой-то слупок, ёб. Да. Ой, опять в горы. Да умри ты, японский городовой. Да что ж такое-то, ну. Аккуратней будь. Со здоровьем там. Все, завалил. Я умер, господи, нет. Блин, ну как так-то? А ты сейчас там же заспауниться должен, по идее. Просто спаун нажми, спаун. Не от кэмпа, а просто спаун. Ага. Фу, что я вам скажу, ребят. Блин, ну что ж такое-то, ну? Плохо дело. Как же тебя найти-то? Где ж ты есть-то теперь? Дом-то мой там есть. А, ну дом-то есть, но видишь, спальников-то у нас не было, чтобы... Блин, и никого нет, я не знаю, куда бежать. Это печаль. Печалечка. Сейчас что-нибудь придумаем, Жень, сейчас что-нибудь... Так, а где наш дом? Я потерялся вообще. Подожди, надо... Я не знаю, куда бежать. Хоть какие-то ориентиры? Мы костер-то сделали, а где дом-то, ё-моё? Я дом потерял. Где наши чуваки вообще? Я потерялся. С этим медведем я потерялся. А, вон, кто-то бегает на горе там, ё-моё. Где наш дом? Господи. Вот он, наш чувак, там бежит. Убьёт тогда, а может быть, где-то рядом. Давай, бей меня! One man down, man. Давай, отлично, я опять упал сквозь карту. Чуваков нашел уже, да? Да, один есть. Where's our home, man? Home, where's our home, man? Где-то, говорит, в камнях. Ну, побежали раз в камнях. Ты там где сейчас появился? Я не знаю. Надо тебе как-то найти же. Блин. Хер его знает, где это. Здесь дорога, вот мы на дорогу вышли. Ё-моё. Угу. Он тоже потерялся, ну. А где наш мастер-дизастер, блин? Да, чувак вообще эпичен. Я офигею, блин. Это, конечно, жестко. Так. Так, где же наш чувак? И где наш дом вообще в горах-то? Звук, а, вон. Как будто работающий мотор где-то. Где-то есть, да, но здесь у нас не слышно. Мы с тобой бежали, когда было такое дело. Блин, это наш дом, не наш, я не знаю. Как узнать-то? А тут везде эти хибары кругом. Угу. Везде одни сплошные хибарки вот эти вот. Так, это вроде... Нет, это не наш. Не.
Я. Блин, чуваки тут то. Наделали, короче, кучу ящиков. Вот это жесть. А, вот чувак какой-то бежит. Ну-ка. Кто это? Это ты? Это Карлос какой-то. Не, не то. Я блин, дорогу не вижу. Наш. Я вижу дорогу. Он ему говорит, hello. Я на дороге. Он дерево рубит, чувак. Так, подожди, дорога, значит, да? Вы там тоже будете рядом? Да, мы на дороге вот стоим сейчас, дорога, на дороге. Дорога. Понять, ты знаешь. В какую сторону бежать? Угу. Ох, тут сколько костров понаделали. Да, на дороге прям костры, да? Да. Мы там начинали играть с тобой. Вот где на дороге костров куча, 4 штуки, да? Там. Вот-вот, сюда, ну как-то вот это ориентир, я более-менее... Я не знаю, что там будет. Да, мы сейчас здесь вот находимся, здесь волк ходит белый. Белый волк. Я в порост тут знаю. Где наш дизастер, блин? Не может найти он в скайпе. Ой, фу, в стиме в скайпе, говорю. Ужас-то какой. Как же... Жесть какой. Угу. А, вон кто-то бегает. Я по дороге бегу. А, вот, давай, сейчас мы тебя встретим. Так, это скельтик, мы на дороге стоим. Где? Вот, это кто бежит? Это кто бежит к елке? Ты? Кубик какой-то, нет. Вот, Кульбик рядом с нами сейчас был только что. Или Карлах, или Марлах, там, я не знаю, как его зовут. Значит, не он, да? Блин. Так, ладно, я бегу дальше по дороге. Так, давай. А ты в гору бежишь или с горы? Ой, как тебе сказать? Я прям под солнцем. Это мало что решает. Блин. Ну, мы тоже прям под солнцем ровно стоим. Where's the master of disaster? Да, реально, куда он делся-то? Не знаю, говорит. Потерялись. Слушай, где-то кого-то стреляют, по-моему. Я в ангары прибежал. О, это далеко, походу, да? Хер его знает, но тут, по крайней мере, есть эти... Тут. Блин, ну как же так? А где наши чуваки-то все? Слушай, ребята там гасят конкретно просто. Я офигею, где, блин? Где все? Знаешь, я просто по дороге бегу. Прямо на дороге они ставят свои дома. Просто это без такой, знаешь, беспроигрышный вариант. Бездумно. Хотя, что, ну да. Ух, тут хибар. Ну так-то да, беспроигрышно, но опять... Ну да, никто же не сломает, ничего не сделает. Это где лут? Лут где? Лут где? Надо найти бы как-то тебя еще. Сейчас найдем. Куда мы денемся-то? Сейчас. Я буду по дороге... Ох. Ой, мы тебя не видим пока. Второй, за ним зомби, по-моему, бежит. Так. Что нам, как нам делать? У вас постройки какие-то? Я фиг знаю. Здесь куча маленьких домиков и дорога. Ох ты, блин, волка сагрили. Это плохо. Вон чувак стоит, ё-моё, это кто такой? Ой, вон два чувака. Во, может, на это дороге? Ты? Нет, я не по дороге бегу. Кто это? Ну-ка. Ну, если учесть, что тут по 200 человек играет, это, конечно... Зудстер какой-то, я вообще не знаю, кто это такой. Блин, собака лает. Херово. Так, может, умереть, я даже не знаю. Я не знаю, как быть-то теперь, как найтись-то теперь всем? Растерялись, короче. Господи. Я сагрил всех, наверное. Все, кто были, все сагрились. О, за мной трое зомби. Ужас. Согласен, жопа. Я вбегаю в какой-то город. Блин, нет, это вообще не там, походу. Тут городов вообще поблизости не совсем у нас. Заброшенный завод, что ли? Боже, сколько зомби ты выведел. Блин, тут народу бегает тоже куча. Я не знаю, кто это такие все. Здесь волков куча, ужас. Согласен. Блин, одни знаешь, волки. Вон еще... М4. Вон еще... Блюпкин. Ого! Ужас, здесь, короче, волков куча. Чуваки с футболками какими-то бегают. Не знаю, в канале происходит просто какая-то. Блин, заколебал меня этот волк. Что-то нашел, короче, да? Я крафтил М4. Ого! У меня открылся крафт М4. Прикинь. Нифига себе. Я нашел чертеж, изучил его. Ничего себе ты. Крафт М4, да? Жесть какая. Тут три чувака за мной бегут и волк белый. Все нормально. Все офигенно просто, блин. Я ангар нашел. Ох, йо. Сейчас я что-нибудь посмотрю. Посмотрю, как крафтить М4. Kill it, man, kill it.
Так. 4. О, все, завалили волка, наконец-то. Low quality металл нужен 25 для М4. О-о-о. То есть, я так понимаю, какой-то низкого качества металл, да? Да-да. Надо найти, да? Значит, что нам нужна? Кирка, наверное, по логике. Кирка, скорее всего, да. Да-да-да, хэтчет, можно, написано хэтчетом, тоже можно, короче, этот, камушки добывать. Я когда в крафт заходил. Так, все, вроде с волком расправились, но да, где наши чуваки? Я все... это плохо, значит, скоро помру. Вообще все потерялись. Это плохо, да, все растерялись как-то. Что-то куда-то все из-за животных смотались, короче, и все. Костерчик. Так. Do you need food, волк? Так, помирить где-то, я даже не знаю. Я опять... Я не знаю. Я с едой, у меня... А, вот все, еду я покушал. Куда ж бежать-то мне? По дороге тоже побежать, что ли? Блин, это кто такие бегают опять? Обидно. Скельтик, кого? Угу, угу. Да? Нет, один скельтика только нашел. Так, ладно. Блин. Let's take a road, man. Я фиг за по дороге побежали. Так, куда ж дальше-то? Интересно, ну? А как что дает этот шум? Шум каких-то двигателей, что ли? Я вот тоже думаю, непонятно, что за шум. Я тоже стою, такой звук. Я сейчас помру, значит, где-то рядышком, может, буду. Да? Блин, ну еще раз попробую. Я фиг за, мы здесь втроем вот бегаем. Какой-то чувак в белой футболке пришел в шлеме. Еще один. Что-то они тут воюют друг с другом, не знаю, что делают. Не особо знаешь, понятно, у них какой-то пати свой. Крафтить довольно просто. Да-да, там же пишется все, и как раз, если что, есть в инвентаре, оно все показывается, опять-таки. Система не такая сложная. Как-никак, нормально. Все. Что такое? А я напоролся на эти перегородки, знаешь, такие, как... Так, значит, просто респаун, или это кэмп? А может, это кэмп нажать? А может, это кэмп? Может, где-то там окажешься в таком месте, что удачно будет. Ты знаешь, где я? Я у дороги, и тут... она ведет в какой-то городишко, что ли. А, нет, блин, а. Тут уже дома такие цивильные, знаешь, конкретные. Такие сараи, ёпт. Да-да-да, ну вот здесь сараев куча, вот мы где находимся, дорога и куча сараев вот этих вот. Знаешь, просто беги по дороге. Угу. В какую сторону, интересно, справа, влево? Не знаю. Чувствую, дороги здесь такие. Я не знаю, где-то кэмп они тут нашли, то есть просто рандомно. Да, это разные лагеря, просто какие-то определенные определяются. Пойду лутану городишко маленький, что ли. Посмотрю хотя бы. Так, ну что ж делать-то, ну? Где все кренделя наши? Так. Ты понимаешь, все-таки проще вдвоем, когда... Конечно. О, кто-то прибежал. Привет, чувак. По дороге? Нет, какой-то Дэнки, что ли, пробежал. А, сейчас я попробую. А, Дарн, нет, это не то. Так, что у меня есть вообще? О, у меня есть кровь. Может, твою забрал? Тоже. Не-не-не, я волка же убил здесь. Так, чувак бегает. Волка убил. Сколько тут? О, вот еще чувак бегает в белой кофте. Так, понятно, тут чисто. Блин, он с топором. Слушай, короче, я в горы бегу по дороге. Ящики, которые, это, походу, люди, это людей, то, что осталось. Да-да-да, оставляют они, ага, как типа сундуки в хранилище или что. Ух ты, я патроны. Я, короче, бегу по дороге. 10 патронов 556. Фига. Так, как же быть-то? Я бегу в гору, короче, по дороге. Я не знаю, куда еще бежать. Так, факела я забрал. Это что у нас такое? Так, куда же дальше там? О, нифига ты там лутаешь. Удачно. Слушай, благо хоть еда у меня осталась. А тут радиация, надо валить. Да, вот где радиация, там быстро помираешь. Смотри, тем более голый, да, вообще жопа. Так-то по сути... Так, я нашел волыну. Первый раз в жизни в этой игре что-то полезное нашел. Жесть, хоть волынка есть, ну. Сюда. И сколько патронов к ней? 9-миллиметровая. Как здесь пользуются? Интересно, тот чувак тоже снимал что-нибудь или нет? Вот этот мастер-дизастер, блин. Интересно. А, можно разделить. Понятно. Да, там делюшка идет, ага. О, у меня волына есть, офигеть. Фига ты там, вояка. Реально волына, слушай. Да.
А может быть, слушай, а когда говоришь голосом, ты можешь слышать меня, если я далеко или близко? Я вот не понимаю, как это происходит, только когда рядом, наверное, слушай, да? Слушай, а если я просто в воздух стрельну, может, ты услышишь? А может быть, ну-ка стрельни. Эй, стреляй. А он пустой. Странно. Зарядить надо, наверное, как-то обойму перетащить. Странно. Сплит. Я могу только разделить, понимаешь? Угу. We've lost, man. Подожди, так это не 9-миллиметровый, что ли? Как изучить его, ёпта? Я фиг знает. Вот я вообще не находил таких вещей еще пока. Вот, мы пришли к каким-то домикам маленьким, типа городишко тоже что-то. Ладно. Фризит она периодически, видимо, конечно. Люди, видишь, находят тоже пистолет. Стреляют. Угу. Редко. А как ты стреляли? Меня убивали, потому что. О, о, чувак прибежал. What the fuck, man? Немножко сейчас кого-то встретить и попробовать испугать. Типично. Взял, ударил меня, мудак. Ну? Что за люди? Кровоточу. Как сделать эти повязки-то? Так, крафтинг. Бандаж, да, надо сделать? Есть же там такая штука? А, вот бандаж. Слушай, бандажи есть, можно делать нормально. Бандажи, да, клочья надо эти. Клочки. Ну, клочья у меня есть. Только долго что-то крафтится, они как-то, да, цифра бежит. Нифига. И бумагу нашел. Че это? Аптечку нашел. Опять факела нашел. И какой-то research kit нашел. Так. Поисковый этот, да? Там, короче. Вот, может быть, карта эта вот как раз-таки. Поисковая карта, может быть. Сейчас. Надо зашкериться. Обалдеть. Так, бумага. Что с этим делать можно? Вот не знаю, бегу я куда-то, короче, по дороге в лес. Почитать про него. А что там написано? Блин, да что ж такое-то, ну? Понятно. Так, что по пистолету у нас? П-250. Кто это? Какой калибр ты используешь, интересно? Тут не пишется. I'm friendly, man. Мне нужен, короче, workbench, пишет. You need food? Так, хорошо. А, у него домик здесь. Я фиг знаю. На какого-то чувака напоролся со своим домиком. Чувака, определенно, все говорит... нормально, да? То есть проблем никаких. Человек живет. Ого. Ну он один, да, один просто чувачок какой-то и все. Ой. Ой. Не то сделал. Патроны не подходят. 9-миллиметровый. Я офигею, блин. Что-то не подходит. Я не знаю, может, я что-то не понимаю, но что-то не работает это. Короче, какой-то чувак здесь, одинокий волк, я не знаю, какой-то Робинзон Крузо, говорит, иди, говорит, в дом зайди, там еда есть. Такой, знаешь, добрый самаритянин такой. И надо еще найти таких же, да? Самаритянин, да, добрый, оказывается. Зайди, говорит, в доме костер, говорит, и там, говорит, есть еда. Покушай, сынок. Тебя закроют, там все с концами. Да не должен, пока ушел куда-то охотиться дальше. Он один, вижу, это одиночка такой, знаешь, одинокий волк в прериях. Не, прикольная игрушка. Вот это вот что-то новенькое, действительно, какой-то экшен, я не знаю. Надо доработать. Ну, да, да. Чего-чего, действительно так. Надо отблагодарить чувачка, сейчас приготовлю еды и немножко сброшу. Раз уж он такой щедрый оказался. Чего бы нет, хорошим человеку что-нибудь помочь. Здесь одни эти, русских вообще здесь нет практически. Жалко, конечно, было бы хорошо, но нормально. Но с этим мастером, конечно, торжак. У него харизма адская, конечно. Только не пиди понятнее. А может, это он реально по голосу похож? Похож, но... А может, и так, кстати... Да, это будет, конечно, эпично. Это будет что-то. Так. Это будет летсплей века. Такой рандомный, да? Ну, случайно, нарваться. Похоже на пидорский, кстати. Очень похоже, он визжит, орет так же, то есть как ты. Еее, вот это вот. Вот это круто. Короче, тупо. Да, сейчас, я приготовлю еду и к тебе там направлюсь. Я сейчас возле дороги хижинка есть, вот я здесь стою, то есть я меня там заметить... Я нашел. Что нашел? Зомби. Пошел вон. Так, где этот чувак? Надо отблагодарить же его. Чем ты собрался благодарить его? Едой. Понятно.
Thanks, man. Take some food. От зомби можно убежать. Ты реально, вот я убегаю. Блин, меня кровоточит. Можно, можно, можно. Они этот исчезать начинают, зомби. Звук. Нифига. Так. Блин, у меня пистолет, и как назло, нету нигде людей. Вот в чем прикол. Проверить, что ли, хочешь напугать? Вот. Так, взорву, у меня соточка. Еда пока не голодная. Еще немножко еды готовится, да, костер горит. Интересно, интересно, конечно, это. Вот это что тут действительно новенькое? Что это такое? Анти... Чего? Чего? Что там анти? Что там? Анти-радио and pills. О, от радиации пилюльки. О, я нашел еще патроны, и я нашел ганпаудер. А, во, порох нашел, порох, порох. Да, порошок, порошок. Ну да, порошочек. Шинджи. Слушай, сколько порошочек, я просто да. По дороге бегу и все нахожу. Давай-давай, я тоже по дороге бегу, но никого не нахожу, кроме чувачка-самаритянина доброго, и больше никого не встретил. О, у меня радиация фыркает. О, это ты бежишь, смотри, радиация фыркает на горе. Ты бежишь, смотри, по дороге, вон. Кто это, кто это, кто это? У меня пистолет есть, понимаешь? Вот это что за чувак? Стоять! А, это тот мудак с топором. Все понятно, я к нему не подхожу, нафиг он нужен. Ой, слушай, у меня радиация сильная, я не знаю, что делать, бежать туда или нет. Слушай, сильная радиация, я не знаю, что делать. Бежать туда, не бежать. А ты как вообще туда попал? Я не знал, это просто... Это просто блин, ну а куда его пока? Столько и патроны различного калибра. О, я дом нашел вот этот с мансардой двойной. Опять, по дороге бегу. О, кто-то чувак какой-то, смотри, вон. А, Олег, слушай, я нашел этот ангар, вот эту всякую шляпу. Дом, ангар, короче. Волк. И кто-то бегает. Это ты стоишь, нет? Кто-то за волком бежит. Не-не-не. Это ты стоишь, нет? Я... С пистолетом. Или кто это? Ну-ка. Не, наверное, не я. Hey, man. Так, ладно. What's up, man? I'm friendly, man. What's up? Ты говоришь, ангар нашел? Какой камень выглядит? Короче, тут забор. Дороги, каменный забор. Углубление идет. Оу. Короче, тут куча народу бегает вот в этом городишке. Не знаю, какой-то городишко, окруженный каменными стенами. А, даже так. Я, по-моему, Только, говорит, не беги туда. Да, у нас сегодня такая серия порознь, да, мы с тобой? Я хоть как... Что-то как-то разорвались совсем. Что поделать? Жалко, когда умер, конечно, медведя завалили. У меня, я просто истек кровью, я не успел ничего сделать. Сразу погиб. Что за чувак? А, это зомби. Фу, блин, я думаю, это чувак какой-то. О, я нашел две аптечки, я нашел факел, нашел что-то еще. Кто это такой? А, это зомби. Фу, нафиг он мне нужен. Так, вот я в городке сейчас каком-то бегаю. Я чувак. О, здесь целый город, здесь люди прям живут, я не знаю, или что. Обалдеть. Чувак увидел у меня пистолет и убежал. Ну, все понятно, ну сразу. Это кто такой? Ну-ка, стой. Самолет, Женя. Да, самолет. А где-то он слева у меня. Во, вижу самолет, вижу, бегу к самолету. Самолет. Он от меня улетает. Стоп. Во, значит, ты где-то там. Ты, короче, слева находишься от меня. Угу. Значит, он там самолет сбросил, да, тебя? Все, смотри. Кто в сплэк, кто в самолете. What? Да. Братишка, там, по-моему, никого нет. Так, давай, куда мне? Я налево бегу, но я не знаю дальше, куда мне бежать. Самолет от тебя отлетел, он да, говоришь? Он улетел на северо-восток. Угу. Ну, наискосок мне тогда бежать придется. Ну, не знаю, здесь горы, я не знаю. Ага. Здесь горы, вот сейчас, где самолет откуда лететь начал. Я вот не знаю, как быть. Видишь, в чем проблема-то? Я вот бегу сейчас туда, откуда самолет летел, но... Где я окажусь, это... Он что-то сбросил, да, получается? На горе дом, короче, я вижу. Это падло что-то... Это ты там, нет? Не, я бегу, тут у меня такие деревья. Ты по дороге бежишь? Я бегаю эту серию тупо по деревьям. Да что ж, по деревьям, да. Это как я тоже оговорился, нам надо дерево, потом говорю, еду же надо, ё-моё, фуд. То же самое. Привет. Так. А-а-а. Где якобы труба такая, знаешь? Я этой трубу ни разу не встречал, сколько бегаю здесь. Что-то как-то трубы не доходит у меня дело. Именно конкретный какой-то поселок, то есть... Рабочий. Что-то как-то не очень что-то объект находится. И все кореша потерялись, все, вообще никого нет. Ну все, тут, короче, зомби бегают за ребятками этими. Да. А, вижу, подожди, куда-то я пришел. Ё-моё. Какие-то деревянные постройки квадратные, вот с ограждениями, беги какая-то шапка. Просто беги по дороге.
Вот зря ты, наверное, убежал оттуда. Я вот тоже бегу сейчас по дороге, но я не знаю, в какую сторону ты побежал опять-таки. Ты прямо бежал или куда? Интересно, вот самолет над тобой пролетал? Привет. Ух ты! Блять, меня убили! Блять! Убили с одного выстрела. Она, то ли баба какая-то, то ли что-то такое, знаешь, в красном одета. А, есть там такие. В голову тебя, наверное, пульнули, скорее всего. Это там было немерено просто. Ну вот, блин, опять тебя полья. Посмотрим, где я. Я на дороге набегу, на твоей, на которой ты был. Да нет, как раз таки. Ну, наверное, да. Это кто такой? Убили с... Ой, это зомби. Это жесть, конечно. О, кто-то стреляет, кто-то стреляет. Кто-то твой лут собрал, наверное. У меня добра было, ты бы знал. О, чувак, ты кто? Может, это ты? День заспаунился там, нет? Может быть такое? Ну, ты подбегаешь, там обычно ник пишется. Не, он ник потом... На дороге. Ник высвечивается странным образом. На дороге опять? Тут огромная гора прям на дороге. Такая, знаешь, огромная гора. Как его зовут-то? О, мистер Букис. Нет, я думаю, это мастер-дизастер, не докажется. Мистер какой-то Букер. Букин. Так, мне кажется, тут можно закончить, потому что эти поиски... Да, да. Пусто, вообще никак не получается. Ладно, пока. Увидимся уже в новых сериях. Все, да, как-нибудь в других сериях.